В минувшие выходные наркополицейские задержали в Иванове гражданина Таджикистана, у которого были обнаружены 3 свертка с героином. При осмотре квартиры, в которой проживал мужчина, изъято еще 148 свертков, общей массой более 400 граммов. Это более 4000 разовых доз. Расфасованное вещество хранилось в газовой плите, а также в углублении под подоконником. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.